Сейчас контроль, сейчас контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана Ата. Всем прекрасного дня, отличного настроения, позитива, не так ли? Ведь вы смотрите мои видео, а на моих видео только позитив, никакого негатива, нытья и нытиков, и негативщиков. Прошу не смотреть и не заходить ко мне на канал. Так вот, мое хорошее утро началось, когда у меня даже стыдно смотреть на часы. Не буду говорить, утро очень поздно начать. А Ашкам сегодня вообще не заснул. Я не знаю, что с ним происходит, я не знаю. Смотрит эти сериалы, фильмы, вообще помешался. Но я не... ему так нравится, что делать. Сейчас я приготовила ему завтрак, кушает хачапури, разогрела ему. А я сейчас замесила тесто. Тесто замесила, так как у меня закончилось уже. Здесь пока дрожжи с мукой вместе. Себе приготовила вот такой вот завтрак с семенами чиа. Как вы видите, настроение у меня отличное. Вот, вот оно. Вот оно. И это тоже цветет растение. Вы видите, нравится им. Вот я когда делала дрожжевую подкормку, вот им это, видно, подошло. Дрожжи с сахаром. Как пивасика они выпили, квасика. Ну вот, мои красавицы. Здесь пока еще ничего не видно. Пион, не знаю, когда он проснется. Мне кажется, уже зарождаются цветочки. Боже, вы не представляете, какое удовольствие мне смотреть на цветы. Первым долгом, что я делаю, это я... смотрю на них, выхожу, и душа радуется. Представляете, что там делает наш КПДЖ? Подстригает травку, он такой трудяга. Сейчас один же умер у нас. Такой трудяга, один на двоих. Все успевает делать. Такой шустрый вообще. Очень хороший мужик. Но сплетник. Все новости знает, какие, что происходит. Ой, Ашкам уже позавтракал. Вот видите, как он завтракает. 5 кусочков было, один всегда оставит. Вот такой вот он. Съел только 4 косточки оливок. Вообще, не голодные глаза у него. Кто пришел? Ким Гильди! Ким Гильди! А, племянница пришла! Посмотрите, как он его... Ким Гильди! Доктора дуйдум, он не дьор. Бен корона вирус хасталадым. Ама не дьор. Бен утурдум эве, маска алдым. Сонра орада водка кой дум. И водка маская боле. Алколь о ольдуриор о корона. Хер и кисаат дегиштырдым. Бир са, 24 саат сонра бен хастала. Тест яптым. Хэп яптым, бойле лязим. Насылсын, джанын бенім? Дейін, ондан сонан шей ёк. Бенім ашкым хич дуй уюмады бүгін. Не? Сені беклиор. Апу, бәне дедім, хан уюсын, біраз геш кедейм бәрдім. Теремеш, ічіні фалан айлеттім я. Уюмады хич. Сені тірлік ал орада. Пошла я, короче, делать тесто. Никак не могу. Хотела угостить племянницу, а она же на посту, не кушает, не пьет ничего и уходит. Значит, наша вкуснятина. Мой муж объясняет, как она это. Аж Сэмбилюсон Сурюрларен Савари, Нердео Гюзелькис. Безим Кузыкис Гюзель, а? Вот она пришла наконец-то. Аж Китон. Aşkım. Anne bir videosunu göndersene yengene. Oradan çektim. Ben sana ondan internet gönderdiğimde. Annemin videosunu çekecek babamın annemi. Evet, soruyorlar nasıl annemcik. Ana сейчас едет в деревню, мы говорим видео пришли. Как и что? Annem çiçekler var. Çiçekler yani babacığım asla. Покажу вам. Çok güzel görüntüler. Ben sana internet yengen de göndersin. Вот вы видите. Aşkım internet gönderelim Sevgi'ye. O bize gönder. Onlar başlayacaklar. Evet. Orada internet olmayacak çünkü. Gigabyte göndereceğiz 2. 2 gigabyte sen gönderirsin. Var saatlik var. Öyle bir şey denk geliyor ya bazen. Bakarsınız eğer saatlikse mesela 2'ye de aynı dakika göndermezsiniz. Sen gördün mü benim çiçekleri? Tabii tabii. İlacım varım yapmak zorunda değilsin. Diğer cumartada süresi var. Benim çiçekleri gördün mü? Bak sen ne güzel annem çıkart.
Çiçek. Annen gene çiçek ayarlamış zaten. Hadi kardeş. Anne hadi bak. İdiyorum da balkon smaret çiçekle. Bu benim ama bu annem bana verdi. Doğumla. Baksana ne güzel kasma. Bunu bizde köyde var işte bunu. Bu evde yok. Bizde bir tane şey var. İstiyorsan al, vereyim size. Ha? Oradan alıyorum. He, o iki tane var orada. Onu da getirdim. Сейчас дам цветочки для Анны. Ну что? Айна, ну или? Вер она. Уходит племянница, я вот для мамы приготовила цветочки. Мама гендеринесе. Угу. Güzel. Şunu alırım. Güzel. Şunu da babama. Çok var insanlar otobüsta. Var. Var da. Var mı? Kalabalık şimdi. Var. Tamam, görüşürüz. Hemşehir, nasıl şeyimiz var? Adı sense maskemiz var. Все. Ничего не покушал, hiçbir şey yemedin, hiçbir şey içemedin. Nasıl yesin bizi? Gelince içelim. Tamam. Ne zaman döneceğiz? Bayramdan sonra. Ha. Pınar. Çok selam söyle annemçika, babacığıma. Sahne ayakkabı. Peki, sahne ayakkabı. Demet gelirin ayakkabı. Peki, annem. Şey, Demet akalım. Ama o Pınar diyor, ama o hala diyor. Özüm senin Libanas'tan bahsediyorum da 500 lira. Nasıl güzel ha ayakkabı? Annem getirdi. Hmm. Как у звезды. Все сверкают. Что так, она очень хорошо видит. Да, güzel, güzel. Hadi görüşürüz. Selam söyle babama, babacığıma, annemçika. Tamam, görüşürüz. Eldiven de lazım, eldiven. Aşkım. Gitti misafir, bir şey yemedi. Sen de git, uyu. Uyu. Посмотрите на мое тесто, только что опустила его. Хорошая. Когда голодная, все хочется, не знаю. Ашкым, насыл улмаз мы были. Тебе спать надо? Уйю бирас. Не заман. Ашкым, капату тиви? Улмаз мы бою букада серетвек. Вот какой он вообще. Вот так я прячу тесто в холодильник. Один пакетик. Кладу, потом перекручиваю, и потом, когда оно застывает, я его ножничами раз-раз-раз, и все. Вот столько у меня вышло с литра воды, и еще вот я сделала две хачапури. Спрячу в холодильник, а когда понадобится, буду доставать. Мои хорошие, Ашкым наконец-то заснул. Наверное, 2 часа назад ушел. Он больше суток, наверное, не спал. Ну, а я сидела. Не сидела, делами занималась и поняла, что я проголодалась. А у меня же тесто было, если знаете, что захотелось разных вкуснятин. Посмотрите, я покажу вам, что я приготовила. Я, короче говоря, у вас было такое желание что-то такое необыкновенное придумать? И у меня такое было. Посмотрите, что я напекла. Свежего теста. Хачапури с сосисками. Вы ели такое? В общем, сделала я мини-пиццу. Вот так она выглядит. А второе с вареньем. Как я люблю. С повидлом. Не хотела делать. Хотела сделать эти пирожки, но он с повидлом не кушает, понимаете? Я решила, чтобы не возиться, я не в масле, сверху только помазала. Там вот такой большой хачапури и повидло я делала. И вот с этого, со сливы. Какая вкуснятина. И тут у меня зеленый чай. Зеленый чай, ромашка. И мята. Сейчас я все это буду сама, представляете, кайфовать. Ашкем, наверное, до утра не встанет. Ну, конечно, я человек сука, работает. И мне, знаете что? Что, о чем хотела поговорить с вам? Как будто его не хватает. С вами часто делаем мукбанги. У меня такая для вас новость. Вы же знаете все мою китушу. Моя китуша, которая приезжала сюда, крестница, я ее крестная мама. И мы вместе работали медсестрами большой частной клиники. Потом ее уволили. Она сидела без работы. И приехала на заработки в Турцию. Ей обещала одна знакомая в другом городе, не буду называть, устроить на работу 100%. И она первый раз выехала в Турцию. Понимаете? Когда приехала, работы не было. Ждала она, ждала. И так ей было тяжело. Потому что она, ну, я знаю, материальное положение тяжелое было, поэтому. Я ей рассказала о своем состоянии, что работы нет, ничего нету, и деньги заканчиваются. Я приняла решение, даже не посоветовавшись с Ашкымом,
Все, мы тебе берем билет. Ашкин берет тебе билет. Завтра выезжаем. Так мы и сделали. Можете посмотреть. Много видео в моем плейлисте есть там. Не помню сейчас где. Разных. И познакомиться с Кетти. Здесь, в Мерсине, Кетти я устроила сразу же на работу в одну хорошую семью. Ну, издевались они над ней, понимаете? Ее взяли помощницей присматривать за бабушкой, а очень много обязанностей возложили на ее плечи. Девочки взрослые, но с душа вот как выходят, все бросают на полу, и Кетти постоянно. То есть и бабушка, она вообще не спала. Бабушка склерозная, постоянно прыгала, поднималась, обижала куда-то. В общем, Кетти поработала здесь, наверное, 2 месяца, получила зарплату и сбежала. Как раз успела до карантина. Потом она устроилась на работу, ее устроили медсестрой. Ну, временную такую. Ну, а сейчас, сегодня она мне сообщила, что ее назначили старшей медсестрой нейрологического отделения новой клиники, которая открылась недавно. Представляете? Она возвращается к той жизни. Я говорю, ты видишь, я всегда тебе говорила, думай позитивно. Тебе нужно было пройти через что-то, чтобы получить в конце итог. Не так ли? Я говорю о своей жизни то же самое. Мне нужно было настрадаться, наплакаться, чтобы понять ценность жизни. Понимаете, мои хорошие? Вы же понимаете меня. Кто же, если не вы понимаете? Так я поближе сделаю. Буду с вами кушать второй кусок. Что-то я наелась, знаете. Я отрежу мой пирог с повидлом. Я так хотела. Это повидло с детства. И я сейчас продолжу, как это выглядит. Обалденное повидло я сделаю. И в общем, Кетти приступила сегодня к работе. Я решила с вами поделиться информацией. Как ей было трудно. Первый день вообще, когда мы ее оставили, она пишет мне, забери мне, я не могу, я завтра уезжаю домой. Как было трудно устроить, и все, и то нелегально. 3 месяца только ей можно было здесь, потом она оставалась нелегально. Они не давали ни рабочую визу, когда говорю вам, не дают рабочую визу. Вот, а если бы она выехала в Грузию, то заплатила бы штраф, около 1000 лир или там где-то. Понимаете, свои проблемы. Не дают они, нет, говорят, не дадим. Потому что это дополнительные траты. Кто будет еще 500 лир за страховку платить? А так как она не знала языка, поэтому издевались. Не могла она сказать им, я это не сделаю, это не сделаю. Все это терпела, бедно, очень устала она. В общем, вот такие вот дела, мои хорошие. Варенье течет, девочки. А, со вкус детства моего. В общем, такая у меня хорошая новость. Ну что? Буду заканчивать без вас, а то неудобно. Пока-пока.